Сегодня днем на перекрестке улиц Мичурина и Волгоградская произошло ДТП с участием автомобилей марки ВАЗ и Тойота, с последующим наездом «Жигулей» на пешехода, находившегося в момент происшествия на краю тротуара. К сожалению, я так поздно прибыл на место аварии, что всех пострадавших уже увезли в больницу, поэтому мне не удалось ни с кем из них побеседовать. Однако, по словам очевидцев, которые стояли рядом с разбитыми автомобилями и о чем-то спорили, мне удалось узнать, что в результате данного происшествия пассажир «Жигулей» и сбитая ВАЗом женщина получили серьезные травмы, но больше всех пострадал водитель «Жигулей», который был доставлен в больницу с открытыми переломами обеих рук. В данный момент на месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Официальная информация от пресс-службы ГИБДД пока не поступала.